Итак, ребят, всем привет. Ну что, у нас сегодня дождливо. Сегодня 9 мая, всех с Днем Победы, всех ветеранов. В общем, с этой великой победой всех поздравляю. Чистого неба вам всем и нам всем над головой. Только этого желаю. Значит, сегодня хотели съездить в Абхазию, но сегодня дождливая погода, а я, насколько я знаю, что в Абхазию лучше всего ехать, когда солнышко светит, когда хорошая погода. Сегодня погода не дает нам съездить в Абхазию. В общем, отменяется Абхазия. Мотик сегодня остается здесь мокнуть под дождем. А я с дядькой Димкой сегодня поеду, значит, по рабочим моментам. Съездим, посмотрим участки и, конечно же, отправимся в одну из классных бань. Ну, если она будет работать 9 мая. Вот смотрите, ребят, горная река, прям поток такой красивый, да? Вот тебе горная речка по дорожке, красивая. Сегодня вообще так-то так дождливо, но вот 3 дня передавали дождей, так что 3 дня без мотоцикла. То, что здесь на самом деле очень опасно на мотике, когда вот такие, в такую погоду, то вот сейчас есть, что ветка валяется на дороге прям, то ветка там сломалась, на машину упала, то еще что-то, поэтому лучше будем в это время ездить с Димасиком на машине. Тем более Димасик любит вот погасать по этим склонам. Димасик, поспокойнее, поспокойнее. Не шустрей. Вот, везет, видите, куда? Куда едем, непонятно. Но куда-то едем. Сейчас тоже, как оползень, сюда, что ли, да? Красота в лесу тоже. Ну, в лесу красиво, да? Лес. И запах, ребят, здесь, в этом. Так, ребят, приехали в банный комплекс. Но когда приезжал Диман в тот раз, а там купаются, вот, здесь была речка прозрачная. Вот, но сейчас она мутная. Поэтому сегодня, наверное, у нас не удастся сходить в баню, потому что мы хотели, чтобы река была прозрачная, окунуться в нее, скупаться. Но подумаем, сейчас кофе попьем. Посмотрим, потому что это еще и общаковая баня. Бревно он плывет. Смотрите, какое ущелье здесь красивое. О, видно? Наверное, видно. Водичка по скалам стекает. Ну, вот сейчас мутненько. Ну, ничего, здесь получается не мутно, когда дождей нет, когда с гор снег уже весь растает и в реку не, так сказать, не несет ничего грязь. Тогда и светлая водичка. Ну, сейчас попьем кофейку и, короче, решим, что нам делать дальше. Чем заняться на 9 мая. Приехали на озерцо. Озеро создано для полива чайных плантаций. Для полива чайных плантаций. Видите, создано. А вон, смотрите, там люди что-то жарят. Вот такое озеро в горах прям. С уточками. Смотри, какая утка здоровая. Так это как кафе. Офигеть. Огромное озеро. Здравствуйте. Скажите, а у вас тут как кафе? Расскажите нам. Мы тут гости. Тут нужно арендовать столик. Можно арендовать. Можно хозяева. Спасибо. Вот так вот, ребят. Здесь еще чайные плантации. Сейчас буду проезжать. А вот. Можно, нельзя? Вот, смотрите. Есть рыбка, да? Вот это чай. Здесь вот такие вот чайные плантации. Прикольно? Сейчас вместе с вами пройду. Поскольку я чайный гурман. Я, кстати, про чаи вам вообще, да, ничего не снимаю. А чаев у меня очень много. Но здесь, в Сочи, чаев у меня нет практически, потому что я с собой из Москвы не перевозил. Но у меня дома куча чая. Вот пуэра, вот всяких жасмин, не жасмин, короче, разных. Куча-куча. Ой. А здесь, смотрите, какая красота. Правда, можно, я думаю, по шапке получить. Если нарвать чаек, но зато вот так прям крупными листочками его срываешь, сушишь. Горный чай на плантациях прям. Мы сейчас находимся с вами на чайной плантации. Прикольно. Ну вот сколько чая, да, с такого кустика нарвать можно. Классно. Интересно, что это за чай и вообще как его... Когда его собирать? Но он срезанный. Я вижу, что этот срезанный идет. Вот видите?
То есть, наверное, он высокий растет. По крайней мере, если такой маленький кустарник, то тут мало чая. Че, будем рвать чай, нет? Дальше его надо в какой-то определенный момент. Я думаю, что в определенный момент, это первое. А во-вторых, за него можно по шапке получить, это второе. Ну, не твое, не трогай, да? Да, правильно. Можем зайти, вот у них они, вот там чай, чай этот, типа вот этот. Можно у них, наверное, купить. Попить, да? Просто. Попить или купить? Пойдем, зайдем, сходим, спросим. Ой, ну и колхоз здесь, конечно. Диман что такое, расстраивается, но зато озеро красивое, слушай. Озеро красивое место, посмотри какое. До моря час ехать, блин. Да, самый верх горы. Слушай, ну вот здесь, смотри, озеро прикольное. Это прикольно, приехал, пожарил и уехал. Но не жить. Но не жить, да, потому что вот на нашем участке у нас до моря там 3 километра ровно. Ты раз и на море. 3 километра и ты на море. Час наверх поднимались в гору, в гору, в гору. Ну, сюда мы ехали, да, час где-то, час даже больше. Больше часа. Короче, чтобы вы понимали, мы ищем просто поселки, чтобы застраивать на будущее. И хотим найти тоже интересное место. Так что тот, кто хочет себе дачу или дом в Сочи, следите за нашими видео. Соответственно, как только мы найдем еще один поселок, то вы можете себе сразу же приобрести. А куда ты пошел? Вот же чайный домик. Так, нашли чайную, значит, фабрику здесь. И здесь же на чайной фабрике чайная лавка. И мы решили, что мы в эту чайную лавку сейчас зайдем. Либо попьем чайку сначала, попробуем. Либо просто купим чаек вкусный и поедем. Краснодарский. Краснодарский. Как пахнет. Чай, наверное, делают на этом, понял? На самоваре. И с шашлычками. Это средний лист, но понюхать его аромат. То есть он прям будет классный, да? Вообще, какой чай там будет пить? Зеленый или черный? Черный, черный. Нет, это черный. Это средний лист, но он там листающий. А крупный листовой есть? Есть, пожалуйста. Классно. 600 рублей, пожалуйста. Слушайте, он как пуэр стоит. А какой? Пуэр стоит еще дороже, я знаю. Но пуэр есть, честно, ребят, я не смогла. Ну, это кому как. Конечно. Это крупнолистовой, да, чай? А какой лучше, крупный или нет? Это все дело вкуса. Все дело вкуса. Кому-то нравится более насыщенный чай, потому это что мелкий быстрее лицо, заваривается, да. Понял? Насыщенный. Да, а этот 600 рублей, да, стоит? Да, а этот будет просто дольше настаиваться. Там будет вкус немножечко другой. Но только чайничек надо, который ты потерял. Маленький совсем эгоист имеете в виду или такой? Ну нет, он подогревающий чайник потерял по дороге. Ну давайте, а здесь получается поменьше его, да? Здесь 100 грамм крупный, а здесь 200 грамм, но это средний. А, ну то есть что лучше. Давайте 200 грамм. Ну классно, вы меня туда вспомните, приедете еще. Угу, супер. Вы сами местные или нет? Почти, уже. Переехали. Я уже заметила, полуместный. Так, ну пакет. Вот, пожалуйста, Коста-чай. Коста-чай, да, не Моргаста, не Доста. Это вот, который здесь на плантациях у вас собирается, да? Прикольно. Вообще-то с 15 числа должен начаться сбор чая. А, с 15 этого месяца. Потому что холод, конечно. А его когда собирают? С мая по октябрь или по ноябрь. Все зависит от породы. Он высокий растет или так вот и есть? Смотрите, кустарник? Нет, вдоль дороги вы, наверное, видели маленький. Да, маленький кустарник. Это после глубокой обрезки, именно лет 7-8. А там высоко в горах на чайных плантациях, там, ну, погнали. Высокие чай, да? Высокие, да. Угу. Супер. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Слушай, ну чаек пахнет. Дай мне, Диман, его еще раз. Чай? Рассмотрю. Ребят, чай просто, реально, она говорит, потрясающе, но я после того, как понюхал, мне даже 1000 стало не жалко на чай. А ну, держи. Вот. Блин, да, но он пахнет, конечно, ой, Диман, вообще класс. Сегодня вечером у нас будет чаепитие с листовым чаем. Я, конечно, хотел больше крупный, но я зажался на крупный, там 100 грамм всего лишь. А вот его хватит, ну, на да полгода точно. Хватит, да. Погнали. Дружок, мы без шашлыков сегодня. Извини. Покормит, да, шашлычка готовит. Но там люди в кафе, конечно, сидели. Тут творится, ели. Конечно, есть. Такой, да, что чайные, чайные плантации. В горах, она сказала, там есть где-то у них еще, понял? Черешня вот растет, ты можешь
Когда во время черешни, когда есть черешня, пришел, еще и черешню поклевал. Все равно колоритно в горах, все равно классно. А у нас классно, что у нас есть и горы, и море рядом. Вот. Понимаешь, в чем плюс? Итак, кружка, чай за 1000 рублей. До сих пор Диман говорит, не понимаю, каким нужно быть чайным пенисом, чтобы за 1000 рублей купить чай. Да, Диман? Ужас. Ну ничего, самое главное, что мы его купили, и его надолго хватает. Самое главное, мы там проезжали, да, там столько было очень много, надо было собрать просто. Мы просто, наверное, его какой-то определенный, конечно, момент. Короче, я прочитаю все, когда собирать надо. И поедем. За 1000 рублей по чай, который можно собрать самому. Так, поскольку это крупнолистовой, ему нужно дать завариться хорошо. Поскольку у меня табак листовый. Да, а Диманчик себе заваривает чего? Кальянчик на вечер. Крупнолистовой, его надо порезать. Вот, видите, еще крупнолистовый табачок, и он сейчас его порежет хорошенечко. Сереже не нравятся бельгийские вафли, мне нравится. Запах от них, фу. Мне нравится тебе, да? Mm-mm. Вот, видишь, мне нравится. Не, когда ты куришь, дым нормально пахнет, а этот не очень. Короче, ждем чай. И вот сюда, в Димана офис идем. У него здесь, видите, собственный офис есть. Где он? Вот он. Собственный офис у него здесь. Уголечки поставил. Сейчас он чашечку забьет и будет здесь дыметь сидеть. Здесь на балкончик выход. Южный вейп. А ну, как? Южный вейп. Вайп. Или вейп. Вайп. Читай. Вайп. Вайп. Ладно. Ну а кола, апельсин нету. Я раньше, когда курил, всегда кола, апельсин, либо. Портакал. Либо портакал, да, апельсинчик. Турции всегда. Портакал, кола, да. Да, портакал, это просто Диман нарожет, потому что по-турецки портакал это апельсин. А ну дай понюхай. Нормально? Нормально. Ну вот это классно пахнет. С мяткой, да? С мяткой, да. А может быть его не мешать? А может мне закурить тоже? Нет. С кей вообще нельзя курить. Потом с утра начну забивать уже сигаретки. Сережа, блин, очень много. Подсаживается, потом сигареты так, что просто. Да, я могу там. Диман, видите, раз в недельку забился, что-то там курнул, все, и забыл. Ну раз в сколько? Ну, на этой неделе уже второй раз. А, третий уже, да? Вот. Ну, я так. Все равно подсаживаешься, лучше не курите. Все это пропаганда, нафиг надо, это все равно это там надо. Короче, лучше чай, ребят. Вот. Что-то он не заваривается пока еще. А, я понял, мне нужна ложка. Дай мне ложечку. Все, надо был чайничек купить, надо было чай. Нет, причем чайничек? Нормальный. Так, и чай надо проверять в нормальной кружке. Вот. Че он что, зеленый что ли? Или я мало бросил? Ужас. Вода горячая, 92 градуса. Значит, еще подождем. Ладно, для меня это сказали, что да, ты заваришь там чай. Заваришь, скажешь, с ума сойдешь, вообще просто жесть будет. Сумасшедший. Но. Ира, у вас чай? Ой, Ирина, это няня Димы, познакомьтесь. В Белоруссии сумасшедший. Она белоруска, когда стесняется, видите, убегает. Так. Вот, видишь, видишь, не накрашенная, стесняется. Вот так вот. Няня Дима говорит. Ой, няня Дима, не няня Дима, а няня и детей Дима. А ты, у тебя нянька есть, да? Смешно, кстати, сказал. Няня Дима. О, колпашец, колпашец здесь, вовсю у него тут забивается. Профессионально уже делает этот барабас. Ну что, у папы у меня кореянка. Вот так вот. Профессионально. Видите, как делает? Полжизни курил. Еще полжизни играл в клубе диджеем. Это диджей Смайл. Диджей Смайл. Смайл, вот. Диджей Смайл, ребят. Чтобы вы знали, если что, вбейте диджей Смайл и вам выдаст. Очень много ремиксов. Очень много ремиксов. Как там, у меня на этом очень много... Кстати, у меня подписчики, Гриман, есть с твоего города. Да, ну, с Урала, с Урала, да? Да. Это, значит, вы должны знать клуб, который был у его папы. Это
Как он? Раритет? Раритет клуб назывался. Мой совет, иди в раритет. В место, где люди выходят свет, там ты найдешь все, что нужно тебе. Что там туда сделай? Еще Димка чуть-чуть. Сыграет вам на большой трубе. На большой трубе. Короче, Диман с города Днепропетровска. Хотел сказать, с города Березняков. Ты знаешь, как это? Пермь, город Пермь, деревня Березняки. Деревня Березняки или как она? Деревня, это город Березняки. А, из города, все, из города Березняков. Вот, ребят, короче, кто из города Березняков, привет. А еще есть там неподалеку город Вильва. Если ты еще из города Вильва, вам тоже привет. Это потому что Димаса корни оттуда идут, короче. Нет, у меня я родился в Губахе. Где горнолыжка сумасшедшая, это вам тут, блядь, не Красная Поляна. Да? На Губахе лучше горнолыжка? Офигеть какая. Ты что, прям с Губахи прыгают, что ли? Чем такой крупный? Да это не крупно. Это не снизу, я сверху. Он всегда с меня ржет, вообще просто, блин, захлебал уже. Да я крупно, тебя не снимаю. Ты очень худенький на моей камере всегда, если ты не заметил. Иди нафиг. Сейчас, короче, вам профессиональный коллегчик покажет, как нужно... А что ты те угли не да? Да это... какой они ложатся? Хорошие угли. Нет. Так, я вообще чай хотел распробовать. Так. А, ну все, заварился, ребят. Смотрим. Кстати, знаете, что хотел еще сказать? По отзывам. Я хотел Сереже сказать, что квартиру снять летом в Сочи невозможно. Квартиру, да, хотел сказать, что квартиру летом в Сочи снять невозможно, поэтому решил остаться я у Димасика здесь. Поживу. Вот. И еще хотел сказать, что почитал отзывы. Мы с Димасиком, кстати, почитали. Ой, отзывы. Так, посмотрели. Нам понравилось вообще. Да, отзывы под... Молодцы вообще. Под видосом, которым я показываю наш поселок. Да, не ожидал. Спасибо огромное. Поддержка Щедро. Полная. Респект. Всем понравился. Респект. Поселок наш, понравились наши домики. Это очень-очень приятно слышать. Вот. Даже Димасик в вашу честь теперь будет идти курить кальян. Очень много, почти, ну там нет да, ни одного плохого. Ни одного плохого. Все классные вообще, молодцы. Да. Спасибо большое. Какие. Спасибо большое всем подписчикам Серегиным за хорошие отзывы. Спасибо, вот. Значит мы все делаем правильно. Вот. А теперь пробуем все-таки сочинский чай. Пахнет достаточно хорошо. Ну да. И заварился он хорошо, посмотрите. Такой цвет у него. Чайный. Липтон заварить такой же будет. Липтон такой же будет, думаешь? Я сейчас попробую, скажу. Но запах у него такой какой-то, ну как будто он этот. Ты гурман, просто чай, вот сейчас скажешь как раз подписчикам. Стой, чай блин. Ну, нет, ну запах у него есть какой-то, да? Иди. Нет, ничего ты же. Ну за 1000, мне кажется, он не прокатит. Честно, ребят, я. Честно, говори честно, что. Говорю честно. Что, запах как от Гринфилда обычного чая. Нет, ну какой Гринфилд? Ну, да не Гринфилд, нет, конечно. Не знаю. Для меня он. Нет, он. Запах-то ладно, на вкус. Запах, ладно, вкус не, ну, как бы. Обычный. Обычный чай. Ну, значит, это опять очередная реклама, уловка, что у нас эко-чай. Может, не, может он и есть эко, просто он как будто мне, если честно, я пью, как будто мне заварили просто кучу какого-то кустарника, сорвали и все. То есть нету вкуса чая, нету вкуса какого-то. Но отличается от пакетиков? Не, ну понятно, что отличается, пакетики другие. Пей, закасай чай. И говорит, что я с него ржу, вы понимаете? И меня прихватывают за то, что я за косар чай купил. Он уже везде сегодня. За косар чай купил. Какой дурень, может, за косар чай купил. Вот и я купил. Но я вам скажу, что да, наверное, я дурень. Ну, может быть, это на любителя, ну, опять же. Мы туда пришли, там такой у нас был вообще. Мы посмотрели, как он растет там. Ну там да, растет красиво. Рассказали, что это какой-то чай, когда его собирают, как его собирают, целый ритуал сделали. Слушай, Димасик, ну давай поэтому так, давай так. Стоит. Он же на любителя чай. Кому-то нравится, кому-то нет. Кому-то кальян такой вкус нравится, кому-то такой. Ну, да. Поэтому, если
надумывая, типа, просто там внутри, если чай, а тебя не видно. Внутри чаечка приехали, там есть такое вот это кафешка, там попробуйте внутри. Если понравится, то, да, нравится, то, что понравится. Потому что мы взяли вот то, что она нам посоветовала. Мы просто зашли быстренько, взяли. И свалили. Потому что там самбантуй было, и там кто-то сидел, кайфовал, кричал, гуляли, они там сидели. Мы решили быстренько свалить. Потом, короче, чай не на 1000 рублей. Мы на 9 мая купили его, ездили. Да. Вот. На 9 мая, конечно. А сегодня 10 мая, мы его пробуем. Вкусный. А вот чай. Вот самый вкусный чай. Шпатен. Диман, да? Нафиг, говорит, за 1000 рублей я бы, говорит, 5 банок бы купил. Шпатен. Ну, так, показывай колен, скажи мне, что? Заходит? Блин, самое противное это... Раскуривать. Нет, воняет угли. Нет, жена здесь не воняет. Начинает ворчать. Конечно, жена ворчит, улитая. Но сейчас не воняет, кстати. Она, ну, либо кстати, я не чувствую. Кстати, после 15 лет совместной жизни со мной, она уже не ворчит. После 10 лет уже я вот заметил, что меньше начала ворчать. Ты просто поняла, что тебя хрен изменишь. На тебя что ворчит, что не ворчит уже. Все, надо оставить. Ну, 5-7. Пусть стоит.